Кубу, а съемочек не было. Что за сериал? Ой, сколько у нас? 20 с чем-то было сериал. Ну, съемочных дней. Такая большая роль? Да, одна из главных. А вы же снимаете, что ли? Да. Это было так чудесно, это, можно сказать, чудо, да, Божье чудо, то, что меня так выбрали, да, это мне в социальной сети ВКонтакте пришло сообщение, спасибо большое, пришло сообщение, и это был агент, ну, вот мой агент, да, сейчас, где я состою. Актерское агентство «Ника». И, ну, написали там, мы бы хотим, ты там, да, это. Я такая, прочитала, фейк, что ли? Такая, и говорит, а как можно с вами связаться? А до этого они звонили в театр и хотели мои координаты знать. Но они почему-то не дали, ну, ничего страшного. Потом они мне написали и говорят, можно ваш, ну, как с вами связаться? Я такая, номер, да, думаю, что такое? Ну, такая, фейк, не фейк, ну, ладно, что бы я, почему бы и нет, да? И тут звонок. Слушаю, там девушка, профессиональная цитата, и вот сейчас мой нынешний агент. Очень приятно, я там-то-там-то ее объяснила все. Говорит, вы не против, чтобы я, ну, я того, чтобы я вас представляла, да? Ну, и... Ну, в общем, я прилетела в Москву на кастинг, а у меня режиссер Юрий Кузьменко. Как? Юрий Кузьменко. Это режиссер, который вот «Дальнобойщики», вот эти сериалы снимал. Очень хороший, очень такой прекрасный человек. И вот я приехала на кассе, поехала в Мосфильм, в студии там снимали, там дали отрывок, я сыграла. Ну ладно, хорошо, я такая, ну все, ну хорошо, там ничего не говорили, ничего такие. А, ну, что-то, и вышли. Я уехала домой, потом через 2 недели, когда я была на гастролях в нашей прекрасной Кинской долине, и прозвучал звонок. Как раз мы ехали всей труппы с гастролей и въезжали в Лаугу. Едем такие, звонок. И на почту пристали, я не помню. Ну, в общем, такие, ну вот, вы пришли. А, да? Ну, круто, хорошо. Ну, слава Богу. Ну, и так потом, получается, театр, мой родной Брянский театр, любимый театр мой, отпустил. Вообще, очень большое спасибо моему руководству в лице Жени Сударовны, всем нашим руководителям, да, и они ну, отпустили меня с работы, получается. Где вчера съемки проходили? На площадке такие общаются, и мой киномуж, я говорю, так, киномуж, да, который говорит, ну, Максим его зовут. И мы такие в шутку такие, ладно, муж и жена такие, и там пришли новые актеры, которые снимают. А, правда, вы муж и жена? Мы такие, да, ха-ха. Мы такие, нет, он мой киномуж. Это было так смешно, как они реагировали на это.